Даниил, Артем и Александр – новые граждане Российской Федерации. Они родились в этом году 21 января. Радости родителей до сих пор нет предела. Они хотели одного сына, но судьба распорядилась иначе. Радость такая, сразу три пацана в семье. Я чувствую безумную радость, поддержку страны своих мужичков. Ну, соответственно, все наши мужские дела мы будем вместе уже делать. Я уже как командой, футбольная команда. Для того, чтобы все малыши смогли встретиться дома, им вместе с родителями пришлось пройти большой путь. После рождения дети нуждались в постоянном наблюдении врачей. После рождения попали в реанимацию. То есть сразу сначала они нуждались в респираторной поддержке, так как у них был очень маленький вес. Дальше они там находились 15 суток. И потом их перевели в наше отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. И дальше мы здесь уже продолжили лечение и курс восстановительной терапии. Двое малышей оказались гораздо крупнее третьего. Они отправились домой через месяц после рождения. А Даниил находился в перинатальном центре еще месяц. За это время он сумел набрать необходимый вес и догнал по развитию своих братьев. Во многом такому успеху способствовали родители малышей. Родители молодцы. Мама успевала и накормить, и побыть с детишками старшими. И потом прибегала сюда, здесь она несколько раз. То есть, конечно, вот был месяц такой гонки, но зато мы победили, мы выписываем, и теперь они все будут дома вместе. Теперь тройняшки продолжат свою жизнь, как обычные дети. Их здоровью ничто не угрожает. Состояние детей удовлетворительное. Вот, все в неврологическом и в нутритивном плане. Все хорошо. Родители тройняшек говорят о том, что во время беременности и выхаживания детей они испытывали волнительную радость. Никаких печальных переживаний у них не было. Елена и Александр полагались на профессионализм докторов и чувствовали себя спокойно. Конечно, спокойно. Здесь такие врачи. Как может быть с ними неспокойно? Они всегда на связи с нами, всегда позвонят, всегда все расскажут. Теперь малышей ждет большое будущее. Родители с удовольствием хотят заниматься их развитием. Стоит сказать, что это вторая тройня, родившаяся в перинатальном центре за последние полгода. В прошлый раз здесь выписывали девочек. Кроме того, за год в учреждении родилось более 30 пар двойняшек. При этом периодически здесь рождаются и разнополые двойни и тройни. Для врачей каждая подобная выписка является очень важной, особенно если они смогли помочь малышам окрепнуть. В такие дни они испытывают праздничное настроение. Конечно, праздничное. Когда везде бушует что-то неспокойствие, у нас какой-то праздник, конечно, потому что наконец-то мы вырастили нашего малыша. Но он был самый маленький, меньше килограмма, с экстремально низкой массой тела. И, конечно, сегодня он уходит домой к своим братцам, то, конечно, это радостно. Мы видим радость и у мамы, и у папы. В этот день в адрес родителей прозвучало множество пожеланий, в том числе и приглашение на следующие роды. Пока Елена и Александр не задумываются над прибавлением, а планируют вплотную заняться этими детьми. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».